Олег Геннадьевич, Катя, приветствую. Записываю отзыв об Академии в первую очередь для вас. Сегодня вот первый день, как я вернулся домой. Еще продолжаю многие вещи осмысливать. Но, конечно, было очень сильно. Хочу сказать в первую очередь вам, Олег Геннадьевич, большая благодарность вам за то, что вы есть, за то, что вы делаете. Это очень сложно даже словами выразить, какой серьезный фундамент вы закладываете в каждого, кто к вам приезжает, какую мысль вы несете, что вы вкладываете во все это. Мне очень приятно являться и быть вашим учеником. Это для меня большая честь. Вы очень душевный человек, с тонкой душевной организацией. Лидер по своей природе, сильный лидер, харизматичный. И еще и интеллектуал. Просто набор, которые вы в себе содержите, это очень, очень сильно. Это чувствуется, та атмосфера, которую вы создаете. В первую очередь такая теплая, душевная атмосфера, неповторимая атмосфера, за которой люди тянутся, приезжают. Она, конечно, это бесценно. Это бесценно. Вам большая благодарность еще раз. Я буду стараться прикладывать усилия, чтобы нести свою частичку в ваше дело. Хотя даже правильнее сказать, наше дело, но которое начали именно вы. А Екатерина, Катя, вообще просто солнышко Академии с такой невероятной улыбкой, которая тоже заряжает, пробьет, мне кажется, любого на эмоции, светлые, приятные. Очень тоже теплая энергия, сила идет. Всегда приятно рядом находиться. Очень деятельная, много делает, много вкладывает. Ты, Катя, много вкладываешь в каждую академию, это чувствуется. Переживаешь очень сильно. У тебя все классно получается, хочу тебе сказать, ты все правильно делаешь. Сомнения, которые у тебя есть, перестань их в себе держать. Ты уже столько умеешь всего. Ты уже на высоком уровне таком находишься. На очень высоком уровне. У тебя все получается классно. Думаю, ты уже скоро будешь вообще где-то очень высоко, высоко. По навыкам своим, по умениям. Послания, которые ты пишешь, просто пробивают тоже на чувства, на эмоции, до мурашек. Я вот это послание слушал, прям меня пробивало. За это тоже тебе большая благодарность. В целом, по поводу Академии, не знаю, что добавить. На Академии все сказал, ехал с запросами, все увидел, все получил, все перевариваю, я, как обычно, настало время подумать в себе, хотя уже все уже понятно, надо просто делать, действовать. Атмосфера на Академии была невероятная, людей было много в этот раз, с последнего моего приезда прошло много времени, сейчас группы собираются большие, 10 человек нас было. Каждый персонаж был очень интересным. Каждому у меня свое отношение сформировалось. И каждый мне чем-то помог. В конце, в последний день уже такая атмосфера царила, как будто бы реально все друг друга давно знают, живут вместе. Вот эта атмосфера, которую вы воссоздаете, она, конечно,
творить чудеса в прямом смысле этого слова. Ну и, конечно, там, физическое свое состояние оцениваю на 10 из 10 возможных. Баня, все процедуры, гвозди, конечно же, которые каждый раз как будто бы больнее становятся, но это все к лучшему. Тоже очень хорошо пробивают, особенно сейчас. С каждым разом у меня сознаний, откровений личных все больше и больше. И каждый раз этот опыт укрепляет, усиливает. Это, конечно, тоже да, очень сильно. События, которые происходили на Академии, тоже вот, каждый разговор, каждый диалог, каждое мгновение, оно было запоминающимся, важным. В общем, как обычно, я в восторге, я не ожидал, что будет так классно, так сильно, так мощно и так полезно. Поэтому еще раз, Олег Геннадьевич, Катя, благодарность огромная каждому. Вы просто молодцы большие. Сложно даже подобрать слова, которые бы описывали мое внутреннее состояние. Но я стараюсь вам его передать, хотя бы так. Всем, кто смотрит этот отзыв, пока у вас есть время, есть возможность, приезжайте, если вы этим интересуетесь. Вы даже не представляете, сколько вы сможете для себя нового открыть, узнать, получить. Потому что каждый раз происходит что-то интересное, каждая ситуация, каждая академия уникальна. Я уже вот третий раз, и третий раз я что-то вот, казалось бы, все уже знаешь, да не тут-то было. Я думаю, я в четвертый раз, если приеду, и в пятый, я обязательно какую-то перестройку, метаморфозу свои переживу опять заново. В общем, большая благодарность организаторам, всем, кто задумывается. Настоятельно рекомендую. Всем счастья, здоровья, благополучия и силы. Благодарю.